Праздник зимних видов спорта, здоровья и радости. Всемирный день снега отметили на лыжной базе. Несмотря на непростые погодные условия, желающих активно провести выходные и оценить обновленную инфраструктуру базы хватало. День снега проводится в Сарове с 2012 года. По замыслу Международной федерации лыжного спорта, по всему миру в этот день должны проходить снежные фестивали. Обычно проблем со снегом не возникает, но сегодняшняя зима практически не оставила шансов. Снежные фигуры лепили из того, что было. Конечно, в нашей ситуации, в сложившейся ситуации, в день снега без снега, но нашей дружной команде кораблик все ни по чем. По колицам походили, набрали снега, слепили замечательную фигуру. Мишка. Каждый год у праздника своя ключевая тема. Снежные фигуры лепят в соответствии с ней. Но так или иначе, тема связана со спортом и здоровым образом жизни. В этот раз фигуру лепили под девизом «Спорт – норма жизни». Мы слепили фигуру Мишку, футболиста. Тема была выбрана не случайно. Почему? Потому что наш детский сад является сетевым детским садом школы Росатома. И наши дети уже в третий раз будут принимать участие в чемпионате по футболу 5+. Программа праздника получилась динамичная и насыщенная. Зрители могли наблюдать за лыжными гонками, принять участие в семейных спортивных соревнованиях всей семьей за здоровьем, выполнить творческие задания на интерактивных площадках и посмотреть выступления городских творческих коллективов. Реконструкция лыжной базы – событие, которое горожане ждали несколько месяцев. Торжественно открыла ее призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Седова. Хочу сказать большое спасибо, конечно же, тем людям, которые все это для нас сделали, усовершенствовали лыжную базу, построили новый роллерный круг. Он подойдет как младшим группам, детишкам, которые только-только начинают свой, так скажем, лыжный путь, и так и для взрослых профессионалов. И очень радует тот факт, что очень немногие города могут похвастаться в городе именно наличием лыжероллерной трассы. Лыжная база обрела новый вид, стала более удобной для посетителей. Это важное событие для города, ведь теперь каждый может заняться спортом. Юлия Богоносцева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.